Здравствуйте, это Кайра ТВ. Мы продолжаем познакомить с каждым соперником нашей команды на УТС. Уже неделю алматинский клуб проводит второй учебно-тренировочный сбор здесь, в Турции. Тренерским штабом нашей команды проводится огромная работа по подготовке ребят к новому сезону. В рамках этого УТС был сыгран один товарищеский матч. Кайрат сумел сломить сопротивление словацкого футбольного клуба ДАК. Единственный гол в игре забил Ян Вороговский на 73-й минуте игры. В этом матче Кайрат полностью контролировал ход игры, однако долгое время не мог забить. Гол случился лишь на 73-й минуте, когда пушечный удар Яна Вороговского достиг цели. Стоит отметить, что главный тренер алматинцев Кахабер Цхададзе дал игровое время многим молодым ребятам, которые себя проявили с самой лучшей стороны. Следующий спарринг-игру команда Кахабера Цхададзе проведет завтра. На этот раз Кайрат проэкзаменирует чешский Фастав Злин, который в данный момент занимает четвертую позицию во внутреннем первенстве. Фастав Злин был основан в 1919 году. В период с 1938 по 1947 был одним из лучших в чемпионате Чехии. Однако затем был дисквалифицирован за манипулирование результата. По прошествии 3 лет Злин вернулся в футбольную элиту Чехии. Сейчас многие фанаты прозвали клуб Злинчестером. Объясним. Наверное, в каждой стране случается такое, когда бедная команда в один прекрасный момент взбирается на олимп чемпионата вопреки всем ожиданиям. В Чешской Республике это Фастав из 75-тысячного города Злин. Фастав, как и прошлогодний Лестер, показывает, что с лидерами чемпионата можно играть. В нынешнем розыгрыше первенства страны эти ребята уже разобрались с Викторией на ее поле. Обыграли Слован, упустили победу над Славией на последних секундах и вырвали ничью со Спартой в Праге. До 9-го тура Фастав шел первым, но затем последовали обидные ничьи. Прямо сейчас команда находится на 4-м месте, отставая от лидера Виктории всего на 4 балла. Защитник футбольного клуба Кайрат Сазар Арзо поделился мнением о предстоящем матче. Игра с футбольным клубом ДАК была хорошей для тренировок и полезной для нас. Нам противостояла сильная команда, которая хорошо подготовлена физически и потрясающе работоспособна. Но мы были лучше, поэтому и победили. УТС проходит хорошо. Мы работаем, чтобы подойти к началу сезона в форме. Сейчас у нас интенсивные тренировки. Также мы проводим игры. Это лучший способ набрать кондиции. Игра со Злином будет полезна для нас. Соперник играет грамотно. Футбол. Тем не менее, у нас команда тоже очень хорошая, быстрая, выученная, и у нас более сильные исполнители. Это и сыграет свою роль. Я делаю все для того, чтобы набрать форму и выйти на свой привычный уровень. Сейчас мы работаем, и совсем скоро я буду на пике. У нас хорошая команда, вы это можете увидеть по нашим играм. Нас ждет важный сезон. Игроки, я уверен, будут готовы. За полчаса до игры на нашем официальном сайте вы найдете прямую трансляцию, которую для вас организует команда Кайрат ТВ. Сразу же после игры там же вы найдете отчет и фоторепортаж. Болейте за Кайрат!